На тропе здоровья, идущей вдоль Амурского залива, приступили к строительству новой воркаут-площадки. Работы проводятся на пляже Морского государственного университета. Там появятся различные воркаут-комплексы с турниками, скамьи и брусья. Этот проект реализует общество активных горожан «Про жизнь». Появилась данная идея в начале этого года, в январе 2024-го. Тогда мы собрались очередной новой инициативной группой активистов нашего сообщества и за общим столом придумали данную идею. Тогда она не имела указания на место, но имела определенную концепцию, что люди могут приходить и укреплять себя как физически, так и ментально, принимать какие-то жизненно важные решения. Вот, собственно, тогда в составе 10 человек мы и придумали данную идею воркаут-площадки «Точка роста». Бюджет проекта уже перешел порог более 1,5 миллиона рублей. Бюджет формируется из привлечения инвесторов, меценатов, спонсоров, всех тех людей, кто безвозмездно хочет поучаствовать в организации создания данной воркаут-площадки. Сегодня на участке уже размещен паспорт объекта, установлены турники, готовят территорию к размещению остального спортивного оборудования. Вскоре здесь приступят к бетонированию. Последовательность следующая. Следующий этап – установка бордюра, потому что высота площадки поднимется на 20 сантиметров, то есть на 200 миллиметров. Здесь будет речной песок. Площадь площадки 220 квадратных метров. Также планируется монтаж пошаговой дорожки, которая будет от лестницы. На территории будет зона отдыха с лавочками и урнами для мусора. В центре общественного пространства расположится арт-объект «Точка роста» – стена с граффити, которая послужит стимулом и инструментом для осмысления жизненных установок и осознанной постановки больших и маленьких целей. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.